Проблему нехватки земельных участков для многодетных семей Чебоксар частично удастся решить. Не секрет, что в черте города выкроить земельный участок очень сложно, однако закон допускает возможность предоставления надела в любом другом муниципалитете. 629 земельных участков будут освоены в Кадикасинском поселении Маргаушского района. Общая площадь предоставляемых земель 118 гектаров, из них 80 принадлежит городу Чебоксары. Сформированные участки расположены в живописной местности и находятся в непосредственной близости от реки Волга, отметил главный архитектор города Чебоксары. Участок, кстати, Минимущество республики буквально отвоевало у серых перекупщиков. На этом участке будут размещены все соцобъекты, которые нужны по расчету. Это школа на 1500 учащихся, потом два детских садика по 240 мест и плюс инфраструктура, которая включает в себя небольшой центр, рынок, то есть небольшие магазины и плюс две жилые группы с многоквартирными жилыми зданиями трехэтажными. На данный момент это самый крупный участок, предоставляемый для многодетных семей в республике. Финансируется проект из республиканского бюджета. На его разработку было потрачено 270 тысяч рублей. Следующим этапом будет подготовка технической документации для строительства здесь жилых домов, инфраструктуры и социальных объектов.